Ребята, доброе утро. Вот сейчас иду в один магазин. Увидела по дороге роботов-почтальонов. Решила вам показать, потому что кто-то меня просил показать поближе, рассказать. Ну, вот так вот они выглядят. Раньше их сопровождал всегда какой-то человек. Ну, видимо, чтобы не ломали, не портили. Сейчас я вот уже несколько раз наблюдала, что они сами двигаются в пункт назначения, который им там вели, программа введена, без всяких сопровождающих. И однажды видела такую картину в интернете уже, правда, как на светофоре остановился вот этот робот-почтальон, и были сугробы, это зима была, ну вот этой зимой, и он не смог через сугроб переехать, сугроб не смог. И одна девушка остановилась, подошла, подтолкнула его, помогла. Ну, в общем, там написали, что типа хороший поступок, молодец. Вот. И он поехал себе благополучно дальше. Что-то еще вам хотела рассказать. Значит, видимо, кто-то с пульта или как-то, или, может быть, у него там программа введена, но я видела, что он на светофорах останавливается, все как положено, на красный свет не едет. Если бы ехал, так его бы уже давно не было. Вот. Так что вот, такой вот робот-почтальон. В основном почему-то я вижу только в одном районе, в Устамяево. В Устамяево тоже видела пару раз. Ой, мешаю. Вот. И вот так вот они выглядят. Вот такие вот интересные. Такие космические коробочки. И тут написано «Открывать здесь». Вот люди, когда он приедет в пункт назначения, его встречает человек и открывает вот там, где указано. Вот. Так что на сегодня все. Я иду дальше в магазин. Сейчас нахожусь вот здесь на улице Кадыка. Сильвер магазин. Все, друзья, до новых встреч. Скоро увидимся. Пока. Сегодня пришли в мебельный магазин. Гигант мебель. Смотреть кресло-кровать, именно кресло, но ничего такого не нашли вообще, даже примерно. Вроде как и есть мебель, в то же время смотреть как-то особо и не на что. Мне понравился один шкаф. Где? А, сейчас покажу. Вот этот. Такой, я посмотрела, вместительный довольно. Выглядит так симпатично. Так выглядит внутри. И полочки с двух сторон. Такой достаточно вместительный. Возьми мою сумочку, не можешь? Это вот комплект к этому. Этой кровати. Шкаф, я имею в виду, там шкаф, тумбочка есть.
А нет, немножко другой. В общем, походили, ничего не нашли. Вообще странно, или теперь не выпускают, или почему. Есть угловые диваны, есть просто кресла, которые не разбираются, не раскладываются. А кресел, кровати нет почему-то. Мебель всегда очень странного внешнего вида. Да? Ну, она такая какая-то очень... А ты знала про такой магазин? Да, я была в другом доме. А, да? Думаю, ты новый какой. А чья это мебель вообще? Ну, такой российская. Российская, белорусская. Дают. Она какая-то очень несовременная. Дают в рассрочку. Можно оплачивать. Это грубые какие-то, такие прямо видно, что грубо сделано, швы такие конкретные. 1179 диван кожаный. А, это комплект. Значит, не кожа, наверное, да? 1179. Столик 73. Комплект. Диван и два кресла. Да, значит, это не кожа. Это тоже мне не нравится совсем. Вот такого типа мне кровать нравится, но она займет всю мою комнату. Да, но... Континентального стиля, то есть поднимают все, Две кушетки, соединенные вместе. И решетка сделана из толстой фанеры, все, видите, там как бы вечная. Там ни палочки, ничего. А скажите, пожалуйста, вообще вот диван, кресло, кровать нигде или не выпускают теперь? Кресло, кровать? Да, именно вот кресло, кровать. Ну, кресло да, просто... Смотрю, пойдем, Юль, посмотрим. Да, на одного. А, вот. Вот хорошо, что мы спросили, а то убежали бы. Вот, смотри, Юль. Смотрите, вот так это поднимается сюда. Интересно вас. Это вот на себя. Ящик для белья есть еще. Ставить все, положиться. А, ну вот это. А сколько он в длину? 187. О, ну нормально. Слушай, а может быть такое? Как бы ровненько практически. Здесь нету перепадов. Перепады дальше. Зигзаг проезжаем, как у всех диванов. Прочная, да? Да. Слушай, может такое туда? А ну, вообще один, да, такого типа? Больше нет кресел? Один, один, да. Все заказали, там. Вы понимаете, стоит, потом кладу. Давай такое купим. Все легко. А когда можно его будет получить именно? Это нужно заказывать или есть на складе? Можете купить это. Ну, о, с подушечками, знакомы, смотри. Потому что все просили, вот это кресло, диван. А, видишь, многие спрашивают. Да. Можно с витрины купить, можно заказать. А если заказать, то сколько ждать? Ну, они пишут до 8 недель, да. Может быть, раньше, да, ну, как машина соберется. Может, месяц, да, а может, как-то. Да, ну, да. Если цвет подходит, в принципе, то... Подходит нам цвет? Так, ребят, еще здесь покажу вам. Вот диван, кровать. Такого типа. Нашли мы все-таки кресло-кровать польского производства. Сейчас покажу вам. Здесь пуфики.
Так. Какие-то цвета такие все темные, да? Очень много коричневого. Да, коричневого очень много. Ну, вот такое вот кресло-кровать. Мне понравилось. Удобное. 187 оно в длину разбирается. Кухонные столы. Все как-то преобладает коричневый цвет. Ну, я думала, таких уже не делают книжек. Разбирается у нас такой огромный стол. Тут маленький, аккуратный. Но у нас в два раза больше. Ну, на праздники иногда выручает. Апельсиновая кухня. И такой же апельсиновый стол. 176 евро. И два стола. Два стульчика. Это такой веселый куда-то в бар, да? Или, ну, ну, не дома, наверное, такое забабахать. Ручки под антик. Кухня в стиле Прованс. Да, вот это получше как-то, хоть и коричневое, да? Ну, чем тут разные расцветки. О, все, ребята, заканчивается карточка у меня. Осталось 3 минуты.